Здравствуйте, дорогие друзья! У меня тут такое для вас сообщение. По всей видимости, мой канал срезает просмотры и подписчиков. Я хочу вам, что с 2000 человек в месяц, это где-то с июня, уменьшилось количество подписчиков до такой цифры. Да, там в августе я фильмы не выпускала, но вот такого просто не может быть. Если это автоматом все идет, такого просто не может быть, такой цифры. И вот эта цифра 34400 подписчиков, она держится уже 3 недели и не меняется. Буквально вчера она округлилась до 500, а сегодня опять 34400. Какие-то странности происходят. Может быть, это, конечно, настройки какие-то YouTube делает. Не хочется думать, что он глушит мой канал и срезает подписчиков для того, чтобы убрать из рейтингов мои фильмы. Но пока вот такая ситуация, я на нее обратила внимание. Потому что вот эта цифра держится 3 недели. А здесь количество падает. То есть 2000 упало вот до этого числа. Вот такие интересные вещи. На всякий случай, все-таки подписывайтесь на мой второй резервный аккаунт «Сознание 21 век». Он, в принципе, по психологии, но там много интересных моментов я разбираю. Все потому что взаимосвязано, история наша взаимосвязана по истории СССР. Ссылка на канал будет в описании. Вот это второй аккаунт. Картинки я пока не делала, времени на это нет. Как-нибудь сделаю, может быть, другую заставку. Здесь, возможно, будет другая фотография или какой-то знак. Название такое остается. Вот оно, «Сознание 21 век». И мои видео. Последние видео были по разбору советских песен. Песен до сталинской эпохи. То есть начало, вот большевистские песни, самое-самое начало. И песен времен войны, 80-е годы. И канал по психологии. Здесь у меня есть закрытые темы. Я вела аутотренинг, консультации. Часть из них я буду давать в открытый эфир. Какие-то там моменты интересные из этих работ. Он не сильно заполнен, но потихонечку я его буду заполнять. У меня такой резервный всегда был. Это на всякий случай, если вдруг с тем каналом будут какие-то непонятки происходить. Соответственно, здесь вы сможете увидеть или объявление, или какое-то объяснение, или еще что-то я расскажу по поводу того, что происходит. Так, пока, всех благ, до свидания. Готовится новый фильм.